Почему ты решил записать этот ролик? Да потому что надоело уже мне со всякими бороться. На своем примере я решил вам показать, как можно сделать, и это сделать довольно-таки быстро, да, потому что обычно люди начинают ныть о том, что это сложно, о том, что это очень долго и так далее. При быстрой подготовке на один радиатор примерно уйдет у вас минут 10, максимум 15, если не отвлекаться. Так что все просто, и при этом за это все платятся деньги. Easy money! 10-15 минут, и чего можно избежать? Можно избежать попасть на стоимость полного радиатора и дополнительных работ вокруг него. Это же сколько работ нужно было проделать, да? Подвести трубы, это нужно было сделать нишу, это нужно было залить раствором, это нужно было разобрать радиатор, упаковать само корыто, туда вклеить, потом сам теплообменник туда встроить, уложить вокруг плитку с качественной подрезкой и только потом в конце укрыть, чтобы добиться результата. Так вот, если вы хотите избежать этих всех переделок, уделите 15 минут, заработайте денег и сохраните свою работу. Итак, друзья, всем привет! Мы находимся на одном из своих объектов. Это у нас загородный частный дом. И сегодня я вам покажу, с какой проблемой приходится постоянно сталкиваться и что с этим нужно делать. По левую руку от меня у нас есть большое окно, да, и снизу расположен у нас конвектор. У нас здесь есть теплый пол, но в зоне окна у нас расположен конвектор, и монтируется этот конвектор практически в самом начале ремонта. Конвектора бывают у нас разные, но это чуточку попозже об этом. Вот. В данном случае у нас конвектор на всю длину откоса, да, и, соответственно, проблема самая первая в том, когда его смонтировали, его нужно запаковать. Вот. Многие этим грешат, конвектор, соответственно, вымазывается, да, внутри. И клиенты очень часто на это обращают внимание, то есть если не запаковать, то сам конвектор может быть испорчен. Вот, как в данном случае конвектор у нас не из дорогих, и вот у него вот эти вот ребра, они очень мягкие, они как фольга. Вот, поэтому сейчас я вам покажу, как нужно будет правильно запаковать сам конвектор. Первое, что нам нужно будет сделать, это слить воду с нашей системы отопления. Вот, для того, чтобы можно было достать внутреннюю часть от конвектора. Само корыто у нас уже вклеено, да, то есть оно посажено у нас на клей. Вот. Соответственно, мы будем доставать вот эту вот внутреннюю часть, да, для того, чтобы получить доступ к самому корыту, чтобы можно было там убрать. Вот. И первое, что нам нужно сделать, как я говорил, это слить воду. А второе, это у нас есть здесь соединения резьбовые, которые мы откручиваем и достаем нашу вот эту вот часть внутреннюю. Сейчас будем ее доставать. Мы наш основной элемент нагревательный уже тут подмяли. Его сейчас будем подчищать. Обратите внимание, вот видишь, между ребер мусор позалетал. Вот, сейчас очень трудно будет он вычищаться. Сейчас будем все это дело вычищать. Итак, друзья, дальше что нам потребуется? Первое, это, естественно, пылесос, для того, чтобы мы могли там все это дело убрать, да? Вот. И второе, конечно же, это сделаем влажную уборочку, там все хорошо протрем от какой-то пыли, от каких-то растворов с помощью влажной тряпочки и воды. Короче, используем вот такую щеточку. Сейчас жесткую, она идет насадка у нас в комплекте фестуловская. Вот сейчас там все это дело пропылесосим и будем делать влажную уборочку. Итак, друзья, достали мы наш теплообменник, да, сейчас его возьмем, промоем внутри, потому что руками там залезть сложно, даже с помощью щеточки. Возьмем керхером водички, там это все дело промоем, собьем. Вот, и смотрите, уже само корыто мы вымыли, и сейчас приступим к самой упаковке, для того, чтобы сохранить данную вещь до конца ремонта. Итак, сейчас нам понадобится пленочка, да, вот она в рулончике плотная стоит, вот 100 микрон.
Понадобится малярная лента и ножичек. Вот. Материал был большой прочностью, то есть точился к Type 204 метра на 25 метров. 100 квадратов. Опа! Сейчас мы все сразу отмотаем на несколько радиаторов. Пленка ли фрезуется, бляха. Током бьется. Пленка бьется током. Следующим этапом будем проклеивать малярочку. Вот так вот. Лайфхак вам, если вы работаете в две руки, а не в четыре, да? Потому что упаковываться одному не очень с подручной здесь пленкой. То можно начать вот проделать такой мини-трюк, да? Вот такими вот мини-кусочками зафиксировать свое полотно. Можно было дальше нахлёст сделать, но я решил немножко подэкономить пленочки. Да? То есть обеспечить натяжение ее. Вот так вот. Так вот. Видите, пленочку натянули. А теперь берем нашу малярную ленту. Таким вот образом. Короче, вот таким вот простым незатейливым способом основную задачу мы достигли. То есть мы очистили радиатор от наших загрязнений, да, все там вымыли и запаковали. Вот. И так оставляем до конца ремонта. Сверху можно на плиточку будет еще одно укрытие сделать в процессе. Если вы сделаете вот так, кстати, можно тут еще для чайника, потому что черное, наклеить больше обозначательных знаков малярной ленты, чтобы не провалились сюда, да. Вот. Либо же положить кусок фанеры наверх. Делайте таким способом, и до конца ремонта ваши радиаторы будут как новенькие. И в конце вы только их распакуете, даже не надо будет ни мыть, ни протирать, ничего не убирать. Так что работайте правильно, работайте качественно, и прибудет с вами хороший ремонт.